Здравствуйте, мне нужно 2 билета на метро. Пришлось немного подождать, но наконец-то мы это сделали. Представь, мы приедем в Рим, а Сикстинскую капеллу украли. Мама, почему развалины называются развалинами? Потому что они развалились? Да, милая. Лиа, дорогая, мы погостим у вас неделю, ладно? Франческо, постарайся понять, это очень важно. Важнее, чем я? Франческо? Мария! Простите, как пройти к музеям Ватикана? Спасибо! Вы не видели двоих детей? Тут дежурит машина, другие ищут их по городу. Особенно тщательно проверяют местность от станции до музеев. Я работаю в Риме уже 35 лет. Знаете, сколько детей я нашел? Вы одни? Привет! Нет, мы привыкли. Где ваша мама? Дети одни, это опасно. Аккуратнее! Что ты смеешься? Нет! Да! Нет! Да! Нет! Я пойду за ними. Куда? Вы все еще тут? Мы задержались. Удачи!